ведь тоже соскучились. Признайтесь. По тому легкому волнению, когда открываешь новое. Ведь это и есть вкус к жизни. Известный ресторатор Денис Иванов представляет Кромбахер Бир Китчен. Новый взгляд на пивную культуру. Для начала немного классики. Немецкой классики. В 1722 году в Кромбахе открыли источник очень чистой и мягкой воды, который дал жизнь немецкому пиву номер один. Много воды утекло с тех пор. Но кое-что осталось неизменным. Пилс. Отличный выбор. Светлое, с легкой горчинкой. К нему прекрасно подойдет фламкухен с ростбифом. Здесь можно попробовать разные, абсолютно необычные, интересные специалитеты из разных уголков мира. Ребята, хворост из оленины, один ростбиф из-под березовиков отдаем. Гостям всегда интересно знакомиться с чем-то новым. Создавая Кромбахер Бир Китчен, мы хотели бы уйти от привычных пивных закусок и показать гостю намного больше. Наш интерьер, наша атмосфера, кухня и, конечно, пиво Кромбахер – это новый виток в пивной гастрономии. Мы черпали вдохновение на Востоке, когда создавали пивную Азию, и отправились в Сибирь, чтобы создать аутентичную пивную кухню. Мы открыты миру и открываем его для вас. Мы открываем путь тем, кто обычно пьет вино, но любит пиво. Ведь знаете, как это принято? На встрече вино, на свидание вино. Наконец-то пиво можно любить открыто. Мы стираем границы, ценим историю и пишем свою. Приходите за новыми впечатлениями. Кромбахер Бир Китчен.